Сборная Приморья по хоккею активно готовится к предстоящим первым зимним международным спортивным играм «Дети Приморья». По большей части в команду вошли ребята 2008 года рождения из детской юношеской спортивной школы «Адмирал». Именно они получили право представлять край на масштабных состязаниях, которые развернутся во Владивостоке уже в следующем месяце. В турнире примут участие сильнейшие команды из Дальневосточного федерального округа, регионов России и разных стран. Ребята, так скажу, уже играли на таких турнирах. Мы ездили за сборную Дальневосточного федерального округа, где эти ребята уже получали опыт. Играли в сборной Москвы, сборной Урала, сборной Питера, то есть сборной Беларуси играли. То есть у ребят есть опыт уже. И думаю, будет интересная игра. Сейчас подготовка у спортсменов идет в усиленном режиме. Тренировки у юных хоккеистов проходят дважды в день – на льду и в зале. Напомним, первые зимние международные спортивные игры «Дети Приморья» пройдут с 18 по 23 февраля. В соревнованиях примут участие спортсмены из муниципальных образований региона, субъектов России, Беларуси, Китая и других государств. Всего в играх ожидается участие более 1500 человек, включая спортсменов, спортивных судей и волонтеров.